время хотел уйти, я ложился лицом на мокрый асфальт. Но машины всегда объезжали меня, обиженно долго рваными кошками орали мне вслед. И потом совершенно один я подолгу бродил под дождем. Каждый хочет немного тепла, за это солнце в детстве мне выжгло глаза. Одиночеству не видно.
глазами плачет она совсем, не потому что пьяна. Ей не хватает тепла, просто потому что она женщина. Когда она день ото дня у чужого огня берет тоскою покой, что приходит с тобой, ее так трудно принять, ее нельзя обвинять, она просто женщина и должна понять. Ей не хватает тепла, просто потому что она женщина. Российский рок у нас в гостях. Вчера ты сумел отказать тому, кто не мог
эфире передача «Российский рок», и у нас в гостях группа «Спокойной ночи». Ребята, а вы вот как, за счет музыки живете или где-то подрабатываете? Или это основная ваша, так сказать, да, статья доходов? Санкт-Петербурге. Ох ты, воля моя, воля, волюшка моя. Ох ты, вольная, ты воля и мои друзья. Вы возьмите меня в небо или в сырую землю. Только-только вы не троньте душу, душеньку мою. Как пойдешь налево, то уже...
Все, спасибо, это было окончание. Слушай, это прозвучали песня, написанная Денисом в возрасте 11. Сквозь меня пробежала осень, наступила зима, а ты как весна.